Тогда, наверное, имеет смысл включить микрофон на стрибуне, чтобы он...
создавать новое, быть лидером, доказывать, что для развития нет пределов, помогать талантливой молодежи найти свое место в мире большой науки и высоких технологий, готовить специалистов, достойных возглавить лучшие инженерные команды. Все это Национальный исследовательский университет МИЭТ, ведущий вуз России, где будущее становится настоящим. Московский институт электронной техники – это уникальная научно-инженерная школа, сформированная более чем за полвека. Это десятилетие упорного труда, вдохновленного стремлением к совершенствованию достижений инженерной мысли. Это передовые знания, являющиеся подлинным национальным достоянием. Это точно работающий механизм передачи накопленных знаний и воспитания тех, кто будет развивать их дальше. Сегодня МИЭТ – университет мирового уровня в области высоких технологий. Перспективные направления подготовки, передовое инженерное оснащение, активные международные связи, свежий взгляд на образовательный процесс, яркая студенческая жизнь. Все это создает отличные условия для получения профессий будущего и всестороннего личностного развития. Каждый день в лекционных аудиториях и библиотеке, инженерных лабораториях, кабинетах, компьютерных и производственных залах мы работаем над тем, чтобы подарить людям новые возможности. Научные исследования воплощаются в наукоемкую продукцию, которая помогает сохранять здоровье, улучшать технологические процессы, совершенствовать коммуникации и в конечном итоге повышать уровень жизни людей. Национальный исследовательский университет МИЭТ – это постоянное движение к новому. Это точка роста страны. Это точка роста личности. МИЭТ. Высокие цели. Высокие технологии. Друзья, добрый день. Мы начинаем наш день открытых дверей. Прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас соблюдать разметку в зале и не садиться рядом, соблюдать дистанцию друг относительно друга и, пожалуйста, не снимайте маски. Как видите, мы вот на сцене тоже сидим, соблюдаем дистанцию, поэтому можем пока без масок, но тем не менее это очень важно. Сегодняшняя наша встреча, первая такая после долгого перерыва из-за пандемической ситуации, но тем не менее мы, конечно же, хотим увидеть наших абитуриентов воочию, познакомиться с ними и помочь вам сделать свой выбор. Сегодня мы проведем собрание в составе проректор по международной деятельности и работе с молодежью Дмитрий Георгиевич Коваленко и я, ответственный секретарь приемной комиссии Балашов Александр Геннадьевич. После проведения общего собрания у нас намечены консультации с представителями направления подготовки, институтов наших, кафедр. Вы можете походить по экспозиции, также вы можете посмотреть и послушать презентации. Здесь, в актовом зале, после окончания общего собрания будет проведена серия презентаций направлений, которые связаны с физикой и с электроникой, а по аудиториям будут представлены в первом корпусе. Соответственно, направления, связанные с лингвистикой, с дизайном, с менеджментом и с программированием. Но сейчас, я думаю, мы начнем. Я передаю слово Дмитрию Георгиевичу. Ну, тоже всех приветствую. Мы очень-очень по всем абитуриентам, по родителям соскучились. Мы почти целый год не виделись, а с кем-то и совсем не виделись. И очень рады, что все-таки есть возможность в каком-то режиме пообщаться, ответить на ваши вопросы, рассказать про наш университет, про то, как он сейчас живет и меняется.
Вот я приветствую также и зрителей нашей онлайн-трансляции, которых тоже сегодня достаточно много. Ну и перейду, наверное, к своей презентации, в которой постараюсь вот первое такое общее представление об университете вам представить. Ну, действительно, МИЭТ – это Национальный исследовательский университет. Этот статус мы получили больше 10 лет назад. Имеют этот статус 29 университетов всего в стране. Ну и вместе с Московским и Санкт-Петербургским государственными университетами и 10 федеральными крупными университетами, которые разбросаны по стране, вот это 41 ведущий вуз страны, которые образовали соответствующую ассоциацию. У НИУ и федеральных университетов МГУ и СПбГУ есть различные особенности свои, в частности, повышенное финансирование на обучение, то есть у нас больше возможностей для обеспечения качественного преподавания, что уже достаточно важно. Всего в стране порядка 700 вузов, плюс еще порядка 300 филиалов. Поэтому вот из массы 1000 учебных заведений, реализующих высшее образование, выбрано 41 ведущий вуз. И мы, вообще говоря, всех их наших коллег очень уважаем и советуем вам, даже если по каким-то причинам вы выберете, возможно, не МИЭТ, ориентироваться именно на эти ведущие вузы. Конечно, это очень высокая марка. Ну, немножко про наши достижения последних лет. Для вас, наверное, самый принципиальный график в правом верхнем углу – это график изменения среднего балла зачисленных абитуриентов по ЕГЭ. Вы видите, что он у нас достаточно значительно рос последние годы, а замедлился рост прежде всего из-за того, что мы начали достаточно серьезно увеличивать прием. И понятно, что если бюджетных мест становится больше, то по умолчанию баллу расти очень тяжело. В этом году у нас также будет значительно больше бюджетных мест, чем в прошлом году. Ну и вообще говоря, это говорит о том, что вряд ли средний балл зачисленных у нас будет расти. Если бы количество мест не изменялось, то, наверное, мы бы на это могли рассчитывать. В этом году у нас вот расширение в другую сторону. Мы будем увеличивать прием. Для вас это очень хорошая новость. У вас шансов поступить будет больше, ну, почти на все направления подготовки. Об этом Александр Геннадьевич расскажет в своей презентации поподробнее. Ну, кроме того, мы ориентируемся, конечно, как и все вузы, на рейтинги. Рейтингов стало очень много. Они все делаются по своим критериям, критерии разные. Поэтому нет вуза, который вот во всех рейтингах занимал бы одно и то же место. Но, тем не менее, вот самый престижный мировой международный рейтинг университетов Times Higher Education, мы в нем попали в видимую так называемую часть. В мире всего 15 тысяч вузов, в видимой части 1000 с небольшим. То есть и здесь мы, в общем, очень хорошо смотримся. Ну вот мы делим среди российских вузов в этом рейтинге 17 место с еще несколькими университетами, которые попали вот в ту же 11-ю сотню мирового рейтинга. Для нашего университета, который, как вы знаете, небольшой, мы считаем, что это очень хороший показатель. Спасибо. Ну и вот среди тех достижений, которые у нас на слайде еще вынесены, на первом я бы последнее выделил. Дело в том, что МИЭТ, конечно, известен прежде всего своей очень развитой и фундаментальной прикладной наукой и исследованиями. Вы знаете, что вокруг университета огромный инновационный комплекс, большое количество лабораторий научных исследований. Все это позволило нам попасть в первую категорию университетов, выполняющих научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки. Это тоже достаточно важный показатель, влияющий на финансирование университетов. То есть те университеты, которые попали при ранжировании министерством в первую категорию, получают, соответственно, больше средств на обновление приборной базы, ну и по другим программам. Вот и все это говорит о том, что МИЭТ, вообще говоря, но относительно хорошо себя чувствует в плане обновления и развития. Ну, мы несколько лет уже меняем свою организационную структуру, этим занимаются почти все университеты. В частности, от системы такой двухуровневой кафедр и факультетов мы переходим к системе институтов с тем, чтобы получить такой положительный синергетический эффект от объединения образования и науки. В рамках института не только образовательные программы существуют, но и научно-исследовательские лаборатории. Ну и, соответственно, основные задачи этих новых институтов, которые сегодня перед вами будут выступать и про себя рассказывать, состоят в том, чтобы, получив вот такой положительный эффект от объединения образования и науки, расширить связи с нашими
партнерами, с компаниями, с предприятиями, которые работают в нашей области. И, конечно, более активно внедрять результаты наших же научных исследований в наше же образование. Ну вот здесь приведены только технические институты, но на самом деле у нас уже созданы Институт лингвистического и педагогического образования, Институт международного образования для иностранных граждан. Ну вот на этом слайде все сразу вместить не получилось, поэтому я их озвучиваю, а вот технические институты про себя расскажут чуть подробнее. Ну, самое или один из самых принципиальных моментов для вас – это, конечно, выбор направления подготовки или то, что мы до сих пор привыкли назвать специальностью. Да? Ну, специальность – это термин для специалитета пятилетнего обучения. У нас такая программа специалитета тоже есть, но одна, связанная с расследованием киберпреступлений – это юридическая специальность. В остальном наш университет работает по двухуровневой системе: бакалавр – 4 года, затем магистратура – 2 года. И там в терминах бакалавриата и магистратуры это называется направление подготовки. Но по сути это тоже, в общем, аналог специальности. Так вот, когда мне приходится коротко выступать или в школе, или в какой-то другой аудитории перед абитуриентами, и я пытаюсь рассказать, чем занимается наш университет, я обычно показываю какое-то электронное устройство, прибор, систему, возможно, телефон мобильный. И говорю, что вообще говоря, если вы посмотрите на список наших специальностей, то вы поймете, что собравшись вместе, вот эти специалисты как раз и могут создать какое-нибудь электронное устройство, например, телефон. Ну, вот если мы на него посмотрим, то мы, конечно, первое, что видим и сталкиваемся, это материалы. Материалы одни для экрана с тачскрином, да, который у айфона работает на тепло, у кого-то, у каких-то смартфонов работает на прикосновение. Материалы корпуса, материалы, из которых изготовлены микросхемы и так далее, и так далее. Ну, соответственно, у нас есть целый ряд направлений подготовки, связанные с материалами, и реализуются они в основном в Институте перспективных материалов и технологий, где дальше на основе этих материалов уже, собственно, и делают какие-то тоже компоненты, проводят эти исследования. Дальше для того, чтобы вот появился телефон, надо разработать то изобилие электронных компонентов, из которых он состоит. Да, вы в школе наверняка все, даже гуманитарии, на информатике изучали устройство компьютера, понимаете, что там есть память, есть там процессорные вещи, да, есть много других элементов. Вот, собственно, этим занимаются конструкторы, технологи, схемотехники, те, кого учат на направлении электроника-наноэлектроника, конструирование технологий электронных систем и так далее. Дальше для того, чтобы сюда приходил радиосигнал, да, нужны специалисты по радиотехнике. Они занимаются антенными вещами, они занимаются системами навигации, беспилотными двигательными аппаратами и воздушными, и наземными, вплоть до того, что наши специалисты по радиотехнике делают антенны для Росгидромета, которые позволяют прогнозировать погоду, исходя из там, плотности облаков, или на беспилотниках устанавливать системы дистанционного зондирования Земли, например, для сельского хозяйства, определяя там увлажненность почвы и схожесть посевов и так далее, радиотехника. Дальше для того, чтобы он работал как мобильное устройство, да, в сети и так далее, нужны специалисты по телекоммуникациям, которые занимаются там Wi-Fi, Bluetooth, сетями, системным администрированием и так далее. Дальше для того, чтобы вот сейчас уже использовать это устройство в медицинских целях, а вы знаете, что развивается телемедицина, да, он может померить вам, ну, либо с какими-то дополнительными гаджетами померить пульс, давление, передать это в автоматическом режиме куда-то доктору, нужны специалисты по биомедицинской технике. Да? Соответственно, у нас одна из сильнейших, на мой взгляд, в России вот это направление, сейчас это Институт биомедицинских систем и технологий, они действительно разрабатывают устройства, которые вживляются в человека, работают в человеке. Это и насос вспомогательного кровообращения, который можно установить, если у вас проблемы с сердцем, а по какой-то причине, например, донорского сердца для пересадки нет, вы можете какое-то время пожить с электронным устройством. Это носимые гемодиализные аппараты для фильтрации, или так называемая искусственная почка. Но это большое-большое количество конкретных приборов, которые наши же преподаватели, профессора, доценты, исследователи разработали. Это линейка дефибрилляторов, да, знаем вот эти в американских фильмах, вот это, и человек оживает. Да? Ну и так далее. То есть вот эта специальность биомедицинские системы и технологии. Чтобы вот это устройство было не вредным ни на этапе производства, ни на этапе эксплуатации, ну это техносферная безопасность, для того, чтобы потом здесь можно было что-то делать, как с компьютером работать, это специалисты там, по информатике и вычислительной технике, которые занимаются уже там, компьютерными вещами и с разных аспектов. Чтобы можно было программировать, нужны программисты. Это
программной инженерии, отличных программистов у нас готовят и на прикладной информатике, и на прикладной математике с разными особенностями, и про это вам будут рассказывать мои коллеги, но тем не менее. Чтобы с этого устройства не могли украсть какую-то важную вашу информацию, нужны специалисты по информационной безопасности, и не только компьютерной, как вы понимаете, там, по кодированию, шифрованию, но и по техническим средствам, которые могут заглушить мобильные сигналы, найти в кабинете прослушивающее устройство, обезопасить этот кабинет, ну, вплоть до того, что разработать комплексную систему безопасности предприятия, распределить охранников с автоматами и сейфы и так далее. Да? Ну вот боюсь кого-то забыть, ну вот это технический блок в основном. Да? Дальше, после того, как техническое устройство сформировалось, мы его запрограммировали, на него установили какие-то программы и так далее. Но они должны быть красивыми, удобными, они должны развиваться с точки зрения визуального интерфейса, игрушки здесь должны быть. Это специалисты и по информационным системным технологиям. Здесь у нас профиль, связанный с дизайном, и, собственно, специалисты по дизайну, которые, конечно, у нас в основном связаны с компьютерной техникой. Чтобы программы эти были на разных человеческих языках, вы их могли воспринимать и с ними общаться, нужны специалисты по лингвистике, переводчики, которые у нас, опять же, имеют специализацию, связанную с техникой, и могут переводить переговоры на темы, связанные с техническими устройствами, с IT. Для того, чтобы вот это устройство было выгодно производить, чтобы определить его цену в продаже, сделать рекламную кампанию, а затем поддерживать финансовую устойчивость корпорации его производящего, ну, нужны специалисты по менеджменту и маркетингу. И опять же, мы их готовим, они у нас есть. Про специалистов в области, значит, правового обеспечения национальной безопасности, которые занимаются в основном расследованием преступлений в сфере кибербезопасности, я сказал. Вот мне кажется, что в целом вся наша линейка специальностей и направлений подготовки, она выстроена именно таким образом. Ну, я даже в этом уверен. Да? Вот наш университет называется Московский институт электронной техники, исторически он был основан с этим посылом, и он так и развивается. Ну, понятно, что техника становится более сложной, появляются гуманитарные аспекты, появляются другие, но в целом, вот, пожалуйста, вам аналогия, кого готовит наш университет. Конечно, где-то это более широкие специалисты, где-то более узкие, но вот еще раз, у вас сегодня будет хорошая возможность немножко поточнее узнать про интересующие вас специальности на стендах кафедр институтов. Для кого мы готовим этих предприятий? Понятно, что вас прежде всего будет интересовать вопрос и вашей будущей зарплаты, и места работы. И, конечно, здесь тоже вам надо обязательно будет пообщаться непосредственно с кафедрами и институтами, потому что, ну, например, вы понимаете, что специалисты, связанные с информационными технологиями, с программированием, они могут жить в одной стране мира, работать удаленно на компании из другой страны мира, быть гражданами третьей страны, и они очень мобильны. Да? А, допустим, специалисты, которые занимаются железом и разработкой каких-то сложных компьютерных систем, они, как правило, привязаны к тем мировым центрам, к Москве, к другим центрам, в которых вот разрабатывается и там, производится электроника. Да, и здесь специфика, она тоже разная. Но при всем при этом есть тоже независимый рейтинг, вы его можете легко найти, портала superjob.ru, который каждый год подсчитывает среднюю зарплату выпускников последних 5 лет университета. На данный момент средняя зарплата, которую они нам независимо оценивают, наших выпускников, которые последние 5 лет окончили, это в районе, по-моему, 115-120 тысяч рублей. Понятно, что в среднем выпускник свежий, первый год выходящий на рынок, наверное, получает больше. За 5 лет они растут, получают, выпускник получает меньше, через 5 лет получает больше. Но вот среднюю зарплату нам независимые эксперты рисуют такую. Она, ну, на уровне десятки ведущих вузов, которые готовят специалистов в IT-технологиях. Понятно, что их готовят и МГУ, и другие наши уважаемые партнеры. Ну вот и мы в этом числе. Но тем не менее у нас есть наши традиционные партнеры. Ну, это и те предприятия, которые располагаются в Зеленограде в большом количестве. И понятно, что здесь мы сотрудничаем со всеми, кто находится в этом замечательном городе и районе Москвы. Это большое количество, конечно, предприятий, входящих в холдинг Ростех и Росэлектроника. Это большое количество предприятий группы Роснано, с которыми мы активно сотрудничаем. И на базе МИЭТа создан совместно с Роснано Зеленоградский нанотехнологический центр, который сегодня тоже принял на работу уже не одну сотню наших выпускников. Ну и так далее. То есть, в общем-то, в плане трудоустройства проблем, наверное, нет. Проблема есть одна. Всегда выпускник выбирает для себя более комфортные условия, поэтому иногда ребята, ну, скажем так, хорошо освоившие программирование, даже вот с других специальностей, уходят в смежные сферы, где зарплата может быть еще выше. Ну, вот определенная в этом
есть, ну, это я бы не назвал проблемой, если они уходят, значит, мы им дали хорошее программирование, они могут себе и больше возможностей в жизни найти. Конечно, для, прежде всего для юношей, но в последнее время и для многих девушек большим преимуществом является наличие института военной подготовки, ну, точнее, я извиняюсь, у меня здесь на слайде старое название осталось, да, военный учебный центр. Сейчас это называется военный учебный центр, он готовит как будущих кадровых офицеров, и тогда вы поступаете сразу на первый курс одновременно на гражданскую специальность и на военную по целевому набору от Министерства обороны, и затем, подписав контракт при поступлении, после окончания МИЭТа вы будете 3 года служить по контракту, а потом уже выберете либо продолжение военной карьеры, либо переход в гражданскую плоскость. Либо все студенты наших гражданских направлений подготовки могут поступать на военную, на то, что раньше называлось военной кафедрой, это программа подготовки офицеров запаса. Ну и, соответственно, после вот этих программ вы заканчиваете МИЭТ, получив звание офицера или сержанта запаса и увольняетесь в запас. Если, соответственно, юноша не имеет других оснований для отсрочки и не окончил программы подготовки офицеров запаса или кадровых офицеров, то он призывается и после университета идет служить. Ну, вот это один из аргументов, почему все-таки пытаются юноши поступать в вузы, где эти программы есть, и параллельно получить офицерское звание. Мне, как проректору, который в МИЭТе курирует не только довузовскую подготовку, прием, международную деятельность, но и внеучебную работу со студентами, очень приятно, и я это с гордостью могу сказать, что действительно в нашем университете очень много возможностей для того, чтобы вот эти лучшие 4, 6, там у кого-то 9 лет жизни вместе с магистратурой и с аспирантурой провести интересно и насыщенно. И не только занимаясь учебой, но вечером еще и отдыхая или развивая какие-то другие качества. У нас огромное количество студенческих коллективов, секций, возможностей для того, чтобы с пользой проводить время. У нас больше 10 только бесплатных таких дополнительных школ. Это школа журналистики, школа телевизионной, школа оператора-монтажера телевидения, школа профсоюзного активиста, школа вожатых, школа волонтеров и так далее, и так далее. То есть это обучающие программы, которые ребята тоже в вечернее время осваивают. И, например, вот до пандемии в 2019 году у нас при наборе на первый курс 1000 человек 130 окончили только школу вожатых. И большая часть из них летом 2019 года выезжала в лагеря и российские, и некоторые ребята даже за границу выезжали и работали. Я считаю, что если у нас каждый 10-й студент в университете вожатый, который умеет работать с детьми, может работать с детьми, имеет соответствующую практику, то это говорит о некой все-таки позитивной атмосфере в коллективе. И, конечно, о том, что студенты здесь очень неравнодушны. Нам это нравится, и мы стараемся очень серьезно вкладываться вот в развитие внеучебной деятельности. Ну и, конечно, внеучебной деятельности она имеет еще один серьезный аспект – это спорт. Также порядка 20 спортивных коллективов у нас объединены в студенческий спортивный клуб. Это и сборные команды по отдельным видам спорта. У нас одни из лучших в Москве сборных и по регби, и по футболу, по волейболу, по другим видам спорта, по кёрлингу. Вот. Но, кроме того, и массовые секции, в которых ребята, соответственно, занимаются оздоровлением, ну, не имея спортивных достижений, может быть, не выступая на первенстве вузов Москвы. Ну, это вот список большой, он здесь приведен. Важнейший вопрос проживания в общежитии. Здесь мы планируем в этом году, про следующий пока не буду говорить, знаю, что в зале есть и в аудитории трансляции те, кто будет поступать через год, через два. В этом году мы планируем предоставлять общежитие наше при поступлении на бюджет с результатами ЕГЭ по физике и химии. К сожалению, у нас в нашем студгородке мест для всех желающих не хватает. И, конечно, каждый год возникают вопросы, почему мы не предоставляем и не предоставляли. Но справедливости ради, никогда не предоставляли общежитие, например, с результатами ЕГЭ по информатике. Но ответ здесь простой. Все-таки у нас вуз больше инженерной направленности, и ребята приезжают на наши базовые, вот, серьезные инженерные специальности со всей страны, из 35 уже стран мира. И, конечно, вот базовые специальности мы должны поддержать. Что касается ребят с информатикой, ну, мы понимаем, что и вот, скажем так, в шаговой доступности от МИЭТа в двухчасовой зоне, которая начинается от Москвы и заканчивается там Клинским районом Московской области, очень много ребят выбирают и информатику, и обществознание, и поступают на менеджмент, на дизайн.
И вообще говоря, ну, к сожалению, если мы вот, эта ситуация существует, отказываем в общежитии с информатикой, но тем не менее мы делаем серьезный набор с высокими баллами на все эти специальности и направления. А вот если мы будем давать здесь места в общежитии, то, к сожалению, нам придется очень слабых ребят набирать без общежития на инженерные специальности. Поэтому это решение тяжелое, каждый год мы его обсуждаем на ученом совете. Оно вот такое. Пока мы планируем на данный момент, что будем обеспечивать общежитием ребят, поступающих на бюджет с ЕГЭ по физике и химии. Но с другой стороны, мы всегда вели, ведем и будем вести работу различную, непростую, в содействии вот всем остальным категориям абитуриентов в их размещении рядом с МИЭТом. Мы понимаем, что вы ничем не хуже, в общем, инженеров, те, кто вот попадает в другие категории, но, к сожалению, вот мест общежития у нас мало. Поэтому мы либо пытаемся арендовать каждый год какие-то общежития, либо пытаемся в настоящий момент запустить к 1 сентября свой пансионат, санаторий «Энергия». Он находится на Пятницком шоссе, от Зеленограда это 5-6 километров. Там буквально в 300 метрах от корпуса находится остановка автобуса в одну сторону до метро, в другую сторону до станции Крюково. То есть, в принципе, с точки зрения логистики, это удобное место. Нам его передали МИЭТу недавно, этот санаторий-пансионат. Сейчас там активно идут ремонтные работы. Мы рассчитываем, что к 1 сентября, например, там появятся дополнительные места и будет возможность под нашей охраной, под нашим присмотром в нашем санатории также предоставить места для размещения вот другим категориям. Ну и кроме того, мы планируем более системно содействовать размещению студентов в частном секторе. У нас очень развитая практика, когда ребята знакомятся и на двух, на трех, на четырех человек снимают квартиры либо в Зеленограде, что значительно дешевле, чем в Большой Москве, либо вокруг Зеленограда, Московской области, что еще значительно дешевле. И, в общем, на двух, на трех человек снять квартиру намного комфортнее, ну, и не так сильно дороже, чем там частное какое-то арендованное нами общежитие. Поэтому вот этим мы точно будем заниматься. Всю информацию мы определим к 1 июня, и на сайте она будет уже более точная и полная. Ну вот, не могу не показать, что мы в этом году начинаем стройку нового общежития. Мы уже получили средства на постройку, полностью согласовали проект. Общежитие будет располагаться через дорогу от МИЭТа. Но, к сожалению, оно два года оно будет строиться. До конца 2023 года у нас стоит срок постройки. А если университет строит что-то за бюджетный счет, то, конечно, здесь ответственность очень серьезная. И срыв сроков может быть только в каких-то крайних обстоятельствах. Поэтому вот у нас до конца 2023 года мы рассчитываем, что это общежитие будет введено в эксплуатацию. Ну и, наверное, когда вы уже будете поступать в магистратуру, аспирантуру, то для вас это будет очень хороший вариант. Важнейший вопрос для иногородних, прежде всего студентов, это стоимость проживания в Москве, в нашем случае в Зеленоградском округе. Мы ее каждый год подсчитываем, анализируем. С уверенностью говорим, что в Зеленограде жить немножко дешевле, чем во всей остальной Москве. Да, наверное, и комфортнее, да, добраться, где-то погулять по Москве, пожалуйста, за полчаса вы можете добраться на автобусе, на маршрутке, на электричке, на экспрессе, на чем угодно. Но все-таки в Зеленограде, конечно, тише, спокойнее, проще учиться, меньше отвлекающих факторов, подешевле и совершенно точно безопаснее. То есть каждый год мы слушаем доклады нашего местного зеленоградского УВД, и Зеленоградский округ из всех округов Москвы самый некриминальный. Здесь меньше всего процент преступлений и самый высокий процент раскрытия преступлений. Ну, это тоже фактор. И, значит, уже несколько лет мы предоставляем высокую стипендию абитуриентам, которые поступают к нам с высокими баллами ЕГЭ, либо по результатам олимпиад школьников без вступительных испытаний. В прошлом году эта стипендия составляла 10 тысяч рублей в месяц в течение первого семестра, и мы ее давали тем, кто поступил либо по результатам олимпиад, либо с результатами ЕГЭ 260 баллов и выше, без учета индивидуальных достижений, вот в этом случае только ЕГЭ. Как будет в этом году, пока сказать не могу. Ученый совет будет рассматривать этот вопрос обычно в мае. Возможно, будут изменения, но так или иначе, это наша такая, на мой взгляд, совершенно правильная политика, когда мы талантливым ребятам помогаем в течение первого семестра освоиться в Москве, адаптироваться к большому городу, к Зеленограду, к университету, к условиям учебы. Ну а затем уже стипендия, в зависимости от успеваемости, она может быть разная, повышенная, неповышенная и так далее. Ну и последний, традиционный тоже для нас момент. Я вам уже показал перечень наших партнеров, ну так крупными кружочками, да, с кем мы сотрудничаем.
и уже сказал, что действительно наши студенты работают, конечно же, не только в предприятиях, которые сотрудничают с МИЭТом. Конечно, каждый человек для себя выбирает свой собственный путь, наиболее комфортный. Мы попытались, вот недавно у нас было 55 лет, мы активно контактировали со многими выпускниками. Перед 50-летием университета 5 лет назад собирали данные о большом количестве наших выпускников и поняли, что наши выпускники работают везде. Ну, практически во всех странах мира, практически во всех компаниях, практически на любых должностях, ну и так далее. МИЭТ выпустил более 40 тысяч человек. Ну и мы надеемся, что все они университету за проведенные здесь годы благодарны. Мы надеемся, что и вы к нам поступите. Поверьте, что университет и приемная комиссия в вашем поступлении или в поступлении ваших детей заинтересована ничуть не меньше, чем вы. Мы очень хотим, чтобы у нас учились лучшие ребята. Может быть, не самым, как сказать, я бы сейчас хотел такую осторожную формулировку применить. Нам не столько нужны ребята, которые на ЕГЭ набирают 300 баллов и выше, да? Как правило, эти ребята нацелены на фундаментальную науку, на какие-то исследовательские вещи, очень глубокие. Нам интересны ребята, которые набирают 240, 260, 270, 280 баллов, и которые очень хотят учиться в хорошем университете и хотят стать хорошими специалистами. И в этом плане вот я вам желаю набрать на ЕГЭ как можно больше, заранее определиться с вашей жизненной будущей траекторией, кем вы хотите быть, кем вы хотите работать, и желаю, чтобы у вас вот эти все планы реализовались, и чтобы на каждом этапе, где у вас возникают сомнения, вы обязательно обращались к нам, обращались в приемную комиссию, через социальные сети, по телефону, лично пешком, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы, которые у вас будут, обязательно будут возникать, и поверьте мне, больше всего их будет возникать максимально близко к моменту зачисления, когда процедура все равно, ну и в этом году немножко поменялось, сейчас уже Александр Геннадьевич возьмет слово и вам расскажет. Вопросов будет очень много. Обращайтесь, не стесняйтесь, обязательно на все ответим. Почти в круглосуточном режиме. Кто не спит у нас из сотрудников, тот и отвечает до глубокой ночи. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Присоединяясь к Александру Геннадьевичу, обязательно просьба соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Все достаточно серьезно. Ну и не подведите нас тоже в том плане, что, конечно, если где-то на фото-видеосъемках будут мелькать лица без масок, то и нам запретят с вами встречаться, не дай бог, и у нас не будет возможности проводить такие мероприятия. Ну вот, еще и оштрафуют как-нибудь. Поэтому, коллеги, давайте, вот, мы в президиуме пока без масок, потом спустимся и тоже вместе с вами будем в масках продолжать нашу работу. Спасибо большое, я извиняюсь, что немножко долго, но вот передаю Александру Геннадьевичу слово. Спасибо, Дмитрий Георгиевич. Друзья, я попрошу в проходах не стоять, у нас есть места в зале, рассаживайтесь. Также хотел обратить внимание, что у нас во всех аудиториях, как в актовом зале есть волонтеры, так и в аудиториях, в которых ведется трансляция, также есть волонтеры, и вы можете задавать вопросы. В актовом зале после моего выступления к вам подойдут с микрофоном, вы сможете задать вопрос. В аудиториях можно уже сейчас подозвать волонтера, попросить передать вопрос в президиум. Мы сразу его получим и после моего выступления ответим. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. А сейчас тогда я со своей презентацией. Ну, если есть у кого-то возможность там в письменном виде, ну, тоже подходите, передавайте, мы, может быть, возьмем и записки, тоже ответим. Друзья, я расскажу про правила приема. В этом году очень много изменений, даже не все еще, наверное, не все даже наши сотрудники запомнили все, что произошло. Вот, поэтому мы сейчас на каждом мероприятии стараемся обозначить те новшества, которые возникли в порядке приема в этом году. И они касаются не только нашего университета, они, в принципе, касаются всех вузов страны.
Ну, что касается нас, да, в принципе, и по стране в целом, количество бюджетных мест увеличилось. Для вас это, Дмитрий Георгиевич уже сказал, естественно, приятная новость, потому что конкурс станет ниже, проходные баллы останутся либо такими же, либо также могут понизиться. Вот, вся информация, которая есть в моей презентации, она есть также на нашем сайте, поэтому вы всегда с ней можете ознакомиться. Также видеозапись, она будет выложена, поэтому можно не фотографировать, не записывать, а просто потом посмотреть. Соответственно, какие у нас такие глобальные изменения? Да, у нас на прикладную математику стало в два раза больше бюджетных мест. Это одно из высокобалльных направлений, всегда пользуется очень большой популярностью. И поэтому ребятам, которые вот хотят свою жизнь связать с математикой, конечно же, вот это радостная весть, мест стало больше в два раза. В этом году мы также осуществляем первый бюджетный набор на направление наноматериалы. Мы его позиционируем как одно из наших таких самых передовых. Хотелось бы отметить, что здесь вот именно в этой сфере идет очень много научных исследований, работают видные ученые, и программа очень современная, новая. И здесь у нас 23 места, набор на бюджет. И на несколько направлений у нас увеличился план набора в несколько меньшей степени, но тем не менее тоже достаточно ощутимо. Да? Это информационные системы и технологии в дизайне, дополнительно 10 мест, программная инженерия 10 мест и вот еще несколько направлений, на которых вот на 4, 3, 6 мест увеличился набор. Но в общей сумме это получается 866 бюджетных мест. По сравнению с тем, что в 2020 году было всего, ну не всего, тоже много, 790, но стало еще больше. Теперь, что касается глобальных таких изменений, которые установлены постановлением правительства и порядком приема новым, расширен перечень вступительных испытаний и предоставлена возможность выбора одного из предметов. Если вы изучали наш сайт, вы наверняка обратили внимание на то, что напротив некоторых направлений появилось в строчке вступительного испытания появился перечень, да, экзаменов через слэш перечисленных. Это так мы реализуем эту возможность, то есть мы даем право абитуриенту выбрать один из экзаменов, который он сдавал. То есть условно есть направление информатика, вычислительная техника, и на это направление можно поступить либо с физикой, либо с информатикой. И право выбора в данном случае предоставляется абитуриенту. Если он сдавал и то, и другое, он может выбрать то, что у него сдано на более высокий балл. Также на три направления мы вернули возможность поступать с химией. Как раз благодаря первой возможности, которую я описал, мы решили вернуть химию, и теперь на направление института перспективных материалов и технологий можно поступать как с физикой, так и с химией. Причем и те, и другие ребята могут претендовать на место в общежитии. И как я уже сказал, да, благодаря опять же вот этому нововведению, за счет этого у нас стало больше направлений, куда можно поступать с информатикой. Раньше у нас было всего два направления, это прикладная информатика и информационные системы и технологии дизайна. Теперь у нас этих направлений стало гораздо больше. Ну вот на этом слайде приведены все возможные наборы экзаменов, с помощью которых можно поступить в наш университет. Традиционно, да, есть группа направлений, где только с физикой, есть группа направлений, где можно выбрать физику, информатику или химию. И вот остальные гуманитарные, управленческие направления, там обществознание, информатика или история, это вот на право. Подробно эта вся информация у нас на сайте приведена. Следующая такая важная новость – это то, что вузам предоставлено право увеличить количество направлений подготовки, на которые можно подать заявление о приеме. Каждый вуз определяет это количество самостоятельно. Мы, проанализировав тенденцию за последние годы и видя, между какими направлениями абитуриенты обычно пытаются принять решение, пришли к выводу, что 5 направлений подготовки в заявлении о приеме – это оптимальное количество. Помимо этого есть еще важная очень новость, которую вот обращаю внимание и акцентирую на этом внимание. Раньше согласие на зачисление, которое подается вместе с оригиналом документа, можно было поменять только один раз. То есть всего 2 заявления согласия на зачисление могло быть.
Это, конечно же, ограничивало сильно абитуриентов, да, и если, например, вы подали там на 3 направления подготовки, а потом видите, что на первое не проходите, шанс поменять заявление о согласии на зачисление был только один. Тем самым невозможно было использовать все свои возможности, которые вы в заявлении о приеме указали. Опять же, с этого года ВУЗ может самостоятельно устанавливать количество раз, которые абитуриент может поменять свое согласие на зачисление. То есть смысл в чем? Вы выбрали, например, 5 направлений подготовки заявления о приеме. Если раньше вы могли его только один раз переложить, потом свой оригинал документа с одного направления на другое из этих 3, то теперь у вас, во-первых, этих направлений 5, а во-вторых, вы можете 4 раза поменять свое согласие на зачисление. То есть условно подали, например, на информационную безопасность документа, и через какой-то момент, через какой-то период времени вы видите, что ситуация для вас складывается неблагоприятно. Вы можете поменять свое согласие на зачисление на другое направление. И так 4 раза. Тем самым вы сможете поменять и использовать свои возможности максимально возможным способом. То есть 4 изменения – это как раз и есть 5 направлений подготовки. Что это вам дает? Ну, во-первых, мы для чего это сделали? Из-за того, что согласие можно было менять один раз всего-навсего в прошлой приемке, конкурсная ситуация была для всех непрозрачна. То есть ребята и их родители держали до самого конца свои оригиналы документов аттестата, да, и согласие на зачисление, пока ситуация как-то не прояснится. А она не прояснялась, потому что все остальные также держали свои оригиналы документов на руках. И потом в последний день бежали, несли оригиналы, и караулили в приемке до последних минут закрытия, у кого такая возможность была и так далее. И получалось, что конкурсная ситуация менялась взрывообразно в последние дни подачи заявления о согласии. Это, конечно же, очень нервная ситуация, как для абитуриентов, так и для приемной комиссии. И вот наши меры направлены как раз на то, чтобы такую нервную ситуацию свести к минимуму. То есть в данном случае вам нет смысла держать согласие на зачисление и оригинал документа до самого конца. Вы имеете возможность поменять его 4 раза. И делается это очень быстро. Поэтому призываем вас, когда вы определяетесь с поступлением, сразу подавать оригиналы документов. И если вам понадобится их переложить на другое направление, это делается очень быстро с помощью отказа от предыдущего согласия и подачи нового. Это очень важный момент. Чем больше людей так будет делать, тем более прозрачная будет конкурсная ситуация по всей стране. Следующее изменение, которое касается порядка приема, это раньше у нас было зачисление в 3 этапа, да, то есть один этап приоритетный и 2 этапа по общему конкурсу. В этом году у нас остается всего 2 этапа. Один приоритетный, это по квотам для льготников, для целевиков. И один всего этап, сразу все 100% мест заполняются по общему конкурсу. Однако, понятное дело, что могут возникнуть некоторые вакантные места из-за незаполнения, да, всех бюджетных мест. Это может возникнуть по разным причинам. В какой-то университет просто недобор, например, произошел. В каком-то университете кто-то передумал, забрал документы и так далее. Вот на этот случай предусмотрена процедура дополнительного набора. Это означает, что если такие вакантные места после основного набора остаются, то университеты, все университеты имеют право осуществлять доп. Набор вплоть до начала учебного года. В нашем университете учебный год начинается 1 сентября, соответственно, до конца августа, если у нас такие вакантные места после общего конкурса остаются. Об этом обязательно будет информация на сайте, сразу публиковаться. И первый человек в списке в конкурсном, который участвовал в бюджетном наборе, но не прошел на основном этапе, будет претендовать как раз на место, освободившееся в дополнительном наборе. Ну, учитывая, что такие движения могут происходить вплоть до конца августа, и надежда получить бюджетное место, получается, сохраняется также до 31 августа, мы в соответствии с новым порядком приема также имеем право продлить прием для ребят, поступающих на платной основе. И поэтому мы на этот шаг пошли и продлили срок приема документов на платное обучение до 13 сентября. То есть
Если вы 31 августа вот, не попали по какой-то причине на бюджетное место, ни в нашем, ни в другом университете, то принять решение для поступления на платное обучение у вас есть возможность еще до 13 сентября. И также радостная такая новость, что для поступления на платной основе на некоторых направлениях мы снижаем минимальные баллы, и, соответственно, если вы, например, даже не могли претендовать подать документы на бюджет на эти направления, то на платное у нас мы несколько снизили барьер, и вы можете поступить на платной основе. Что касается дат, на сайте они все опубликованы, я здесь подробно объяснять не буду, но если есть вопросы, я прокомментирую после выступления. Тем не менее, основные ключевые для вас даты – это приоритетный этап зачисления происходит 28-30 июля, то есть 28 числа для ребят, которые идут по приоритетному этапу зачисления, мы заканчиваем принимать согласие на зачисление и оригиналы документов. А 30 июля выпускаем первый приказ о зачислении. Основной этап зачисления проходит 3-5 августа. 3 августа заканчиваем принимать заявление о согласии на зачисление и оригиналы документов. 4 августа мы готовим приказ, 5 августа мы его публикуем. А с платной основой, как я уже сказал, 13 сентября заканчиваем принимать документы, 15 сентября издаем заключительный приказ. Он будет не единственный, да, если кто-то решит сразу поступать на платное обучение, то сроки зачисления на платную основу, они не связаны со сроками зачисления на бюджет. То есть это можно, мы будем выпускать приказы и в июле, и в августе, если кто-то сразу решил поступать на платное. Но 15 сентября это будет последний приказ о зачислении на платной основе. А теперь вот я говорил об увеличении количества бюджетных мест на все направления в целом. Здесь приведены цифры, касающиеся каждого конкретного направления. Вот видите, да, на прикладной математике, как я говорил, уже стало 50 мест вместо 25. И на ряд направлений также вот у нас увеличен прием. К сожалению, в этом году у нас нет бюджетного приема на направление дизайн. Однако есть также радостная новость для тех, кто сейчас учится в 10 классе. В следующем году у нас бюджетные места дали и направление дизайн. И если также нас слушают 10-классники, хочется их обрадовать, на лингвистику также дали гораздо больше мест, чем в этом году. Будет 40 мест в следующем году. И на менеджмент, и вообще всех можем 10-классников обрадовать. В следующем году еще бюджетных мест в МИЭТе будет значительно больше. Значит, теперь, что касается понятия минимальные баллы, вступительные испытания и, соответственно, проходные баллы. Все ребята, которые учатся в обычной школе, не имеют льгот, российские граждане, они поступают по результатам ЕГЭ. Их информация о наших внутренних вступительных испытаниях не касается. Но для них вступительными испытаниями являются ЕГЭ, за исключением тех ребят, которые заканчивают школу за рубежом. Значит, отдельные категории – это ребята с ограниченными возможностями здоровья, иностранцы, выпускники колледжей, имеют право сдавать наши вступительные испытания. Оценка вступительных испытаний происходит аналогично ЕГЭ, и конкурируют они на равных с ребятами, которые сдают ЕГЭ. Поэтому вот эти минимальные баллы по предметам, приведенные на слайде, они общие для всех. Что такое минимальные баллы? Если хотя бы по одному предмету для данного направления подготовки балл у абитуриента ниже, мы у этого абитуриента не можем даже принять заявление о приеме. То есть это минимальный барьер для подачи заявления, не для зачисления, а для подачи заявления. Дальше среди ребят, которые, соответственно, уже подали заявление, и мы приняли у них документы, проверили, все в порядке, вот они участвуют уже в конкурсе и рейтингуются, соответственно, от большего балла к меньшему, и мы проводим зачисление верхней части списка в соответствии с тем количеством бюджетных мест, которые вот я здесь привел. И, соответственно, балл последнего в этом списке абитуриента, кто стал зачисленным, да, последнего такого везунчика, и называется проходным. А минимальные баллы – это баллы для подачи заявлений. Соответственно, как вы понимаете… Александр Геннадьевич, ну давайте сразу скажем, что и на контракт, в общем, это практически… Если вот этими баллами мы приняли документы для участия в конкурсе, то и на контракт
с этими же баллами можно поступить. Соответственно, минимальные баллы мы устанавливаем заранее, и они у нас опубликованы на сайте. Проходной балл формируют сами поступающие, и он становится известен только постфактум, то есть по окончании приемной кампании после выпуска приказа. Для платного обучения баллы на некоторые направления чуть пониже. Вот на это обратите внимание, да, поэтому то, что Дмитрий Георгиевич сказал, да, с этими баллами можно, но вот для некоторых направлений мы даже еще и на платном обучении снизили немножко. Теперь, что касается возможностей попасть в университет и облегчить себе поступление, и с другой стороны гарантировать свое будущее уже заранее. У нас сегодня, кстати, есть некоторые наши партнеры по целевому приему, с которыми можно в библиотеке побеседовать. И это ими список не исчерпывается. Это кто смог приехать, кто смог сегодня выставить свою экспозицию. Вот. Тем не менее, значит, перечень гораздо более широкий. Не обязательно мы должны с ними заключать договоры. Это вы можете найти сами компанию, которая аффилирована с государством или с оборонно-промышленным комплексом. Да? И если эта компания имеет право на целевой прием, можно с ней заключить договор и поступать по целевым квотам. Что дает это абитуриенту и студенту в будущем? Ну, во-первых, студент получает дополнительную поддержку от этой компании во время обучения. Эта поддержка может выражаться в разном виде, это может быть дополнительная стипендия, бесплатные стажировки, практика и так далее. Да? Это регулируется вашим договором с этой компанией, не нами, вашим договором с этой компанией. А компания со своей стороны вам гарантирует по окончании трудоустройства минимум 3 года соответствующие квалификации, которую вы получите, тем самым вы заранее уже застолбили себе и рабочее место. Но вы накладываете на себя определенные обязательства. Вы должны учиться хорошо. И если, например, вдруг у вас появляются неудовлетворительные оценки, неуспеваемость, и возникает риск отчисления за неуспеваемость, это ваша ответственность, и тогда вы должны будете компенсировать всю стоимость обучения. Как университету, так и компании те деньги, которые она на вас потратила. Поэтому ответственность вы на себя определенную берете, но с другой стороны вы получаете гарантии. Гарантии поддержки и гарантии трудоустройства по окончании обучения. Одной из форм целевого обучения является целевое обучение в интересах Министерства обороны. У нас есть военный учебный центр, который готовит офицеров кадра. Дмитрий Георгиевич об этом уже говорил. Это отдельная квота в рамках целевой квоты. Квота в квоте. Вот, соответственно, у этих ребят отдельный конкурс. Они поступают отдельно, получается, да, у них отдельная конкурсная группа. И это альтернатива военному вузу, академии, да, это возможность построить военную карьеру, стать кадровым офицером. Обязательства такие же, как и для гражданских, да, это 3 года по окончании обучения, только в данном случае это служба по контракту. Ну, а что касается ребят, которые поступают на гражданские специальности, то военный учебный центр реализует программу подготовки сержантов и офицеров запаса. Это то, что раньше называлось военной кафедрой. Сейчас называется программа подготовки сержантов и офицеров запаса. Соответственно, после поступления в университет вы на первом курсе подаете заявление, участвуете в конкурсе и дальше учитесь на военной кафедре, проходите военные сборы по окончании обучения и становитесь офицерами запаса. Индивидуальные достижения. В этой сфере у нас в этом году тоже произошли изменения. Дело в том, что убрали строчку «иные творческие мероприятия» из порядка приема. Но, тем не менее, по нам это сильно не ударило, не подействовало, так как появилась другая строчка. Это участие в мероприятиях, включенных в перечень Министерства просвещения. И наши мероприятия в этом перечне есть. И поэтому все, кто участвует в нашей конференции творчества юных, куда входит в том числе и РИТМИЭД, кто участвовал в Олимпиаде, электронный наномир, физмат-олимпиада наша, это все дает дополнительные баллы при поступлении в наш университет. Ну, помимо традиционно тех достижений, которые мы и так учитывали, да, это золотой значок ГТО, спортивные достижения. Кстати, в спортивных достижениях у нас стало гораздо больше видов
этих достижений, которые мы учитываем. Теперь мы засчитываем и определенное количество баллов разрядникам. То есть от 2 до 5 баллов можно получить за спортивный разряд или звание мастера спорта или кандидата мастера спорта. Обращаю ваше внимание, что некоторые мероприятия у нас еще не закончились, поэтому призываю вас на них регистрироваться, чтобы заработать дополнительные баллы. Это творчество юных и ритм МИЭТ. Да, полностью дистанционные два мероприятия являются частью большой конференции творчества юных и, соответственно, дают дополнительные баллы при поступлении. Напомню ребятам, которые возникают вопросы, вот если я участвовал в такой-то олимпиаде, что мне это дает? Олимпиада олимпиаде рознь. Есть олимпиады, которые включены в перечень Российского совета олимпиад школьников. Вы их можете посмотреть на сайте олимпиада.ру. Мы учитываем все олимпиады из этого перечня по физике, математике, информатике, химии и инженерным наукам. И призовое место уже, даже не только победитель, но и призовое место в этой олимпиаде за 10-11 класс дает возможность поступить без вступительных испытаний. Некоторые олимпиады, которые в этом перечне есть, мы в них являемся соорганизаторами. Это олимпиада физтех, профили физика, математика, математическая олимпиада ОМО и московская предпрофессиональная олимпиада. Ну, вот напомню, о чем я говорил, да, что еще дополнительные баллы можно заработать за те мероприятия, которые еще идут. Творчество юных, ритм МИЭТ. Поэтому время пока еще зарегистрироваться есть. Заканчивается вот творчество юных 11 апреля, крайний срок регистрации. Ритм МИЭТ продлится еще до 30 апреля. Но это последние мероприятия в этом году, победа в которых может дать вам дополнительные баллы при поступлении. У меня все. Сейчас мы готовы будем ответить на ваши вопросы. После нашего общего собрания, я напоминаю, у нас здесь, в актовом зале, пройдет презентация направлений подготовки, связанных в первую очередь с физикой, с электроникой. В первом корпусе пройдет презентация направлений дизайн, лингвистика, программная инженерия, прикладная информатика, менеджмент и право. Ну, расписание сейчас мы на слайдах запустим, чтобы вы это могли увидеть. Ну, давайте я начну потихонечку отвечать на вопросы. Их много, они такие в основном общие, поэтому еще раз проговорим какие-то вещи, которые, может быть, сразу не все поняли правильно. Значит, спрашивают по поводу списка предприятий по целевому приему. Такого списка быть не может. Да? У нас есть, конечно, там те предприятия, с которыми мы более-менее постоянно, много лет этим занимаемся, принимаем по целевому приему, и здесь лучше обратиться в приемную комиссию, они вам могут подсказать. Но вообще любое предприятие, которое полностью или частично принадлежит государству, хотя бы одна доля там акция государства, органы государственной власти, предприятия, которые включены в список оборонно-промышленного комплекса. Любое предприятие может заключать с вами договор на целевое обучение в МИЭТе конкретно. Поэтому процедура здесь такая. Вы обращаетесь на предприятие, в отдел кадров там или какое-то управление кадровое, и с ними эти вопросы обсуждаете, заключаете этот договор, а уже затем привозите его в приемную комиссию. Университет в процессе заключения договора с предприятием не участвует. Но вот проконсультировать, какие обычно направляют, мы, например, можем, да, подсказать какие-то чаще, какие-то реже. Но обратитесь в приемную комиссию, поговорите. Потому что, опять, в зависимости от специальности, есть московские, есть не московские предприятия, они разные. Но список составить нереально. Друзья, у нас очень плотный регламент, график, поэтому у нас сейчас на ответы на вопросы буквально 10 минут, после чего начнутся презентации направлений. В связи с чем сразу скажу, что приемная комиссия еще будет консультировать помещение библиотеки. Указатели все есть, волонтеры вам помогут сориентироваться. По направлению подготовки вы можете задать вопросы на столах экспозиции. Вам обо всем там расскажут. Те, кто слушает нас онлайн, могут это сделать в группе ВКонтакте, в беседах. Сейчас я попытаюсь ответить на основные вопросы, которые многие задают. Разница между направлениями подготовки, например, 9 УГН, да, это прикладная информатика, программная инженерия, информатика, вычислительная техника. Но она существенная, да, программная инженерия сама по названию говорит о том, что это, в принципе, мы учим там программистов, которые владеют современными методологиями разработки программных средств. Вы понимаете, что время
программистов-одиночек ушло, и тут важно не только знание языка, но и технологии разработки. Это как раз программная инженерия. Прикладная информатика, там обучают ребят, которые могут наладить информационные системы и поддерживать их, да, для бизнеса, управление бизнес-процессами, то же самое, автоматизация этих бизнес-процессов. Информатика, вычислительная техника, это больше связано с разработкой вычислительных систем, там тоже есть программирование в том числе, но там есть и часть, связанная с разработкой аппаратуры. Более подробно вы можете узнать на стенде института ПСУ. Так, по особой квоте вопрос. Я вот уже говорил, опять же, что такая информация у нас вся приведена на нашем сайте. Но тем не менее, смотрите, если по особой квоте ребенок с инвалид поступает, соответственно, если он поступает по результатам ЕГЭ, сроки подачи документов для него такие же, как для всех. Если он сдает наши внутренние вступительные испытания, об этом вот я не сказал в своей презентации, это 10 июля крайний срок подачи документов. А начинаем мы прием документов с 20 июня. Есть вопрос по магистратуре. Порядок поступления в магистратуру, он несколько проще, чем в бакалавриат. Соответственно, документы мы принимаем также с 20 июня. Нужно пройти вступительные испытания. И помимо вступительных испытаний есть еще один путь. Это участие в конкурсе творческих работ. За победу в конкурсе творческих и проектных работ можно заработать до 100 баллов при поступлении, то есть по сути вы обеспечиваете себе поступление без конкурса. Поэтому конкурс уже идет, поэтому если вы хотите поступать в магистратуру, подавайте свою работу на этот конкурс и обеспечите себе поступление уже в самом начале приемной кампании. Про общежитие Дмитрий Георгиевич рассказал очень подробно в своей презентации, поэтому я этот вопрос опущу. Вопрос, может ли иностранный студент поступить по вступительным испытаниям не ЕГЭ. Да, любой иностранный гражданин может сдавать наши вступительные испытания, даже если он сдавал ЕГЭ, окончил московскую школу. Можно ли обучаться на двух направлениях одновременно, например, на лингвистике и дизайне? Ну, скорее всего, нет, потому что это очная форма и там нет вечерней и заочной. А вот если где-то вечерняя у нас есть по информатике и вычислительной технике, по менеджменту, вот там можно, в принципе, пытаться с трудом совмещать, хотя я бы не очень советовал так делать. Это тяжело. Лучше, конечно, да. Где-то уже там в магистратуре или после окончания второе образование получать. Но это тяжело. Вопрос про списки. Он общий, поэтому я на него так отвечу. Что, как будут ранжироваться списки, да, как будет отображаться информация. Естественно, да, вот мы сейчас, мы всегда, в принципе, стараемся, чтобы в наших списках была наиболее полная информация. В этом году есть, опять же, нововведение. Вы не увидите своих фамилий в списках. Это усложняет вообще, в принципе, работу с ними, потому что по закону о персональных данных вузы обязали вместо фамилии размещать номера СНИЛС. Поэтому вы увидите списки в виде набора цифр. Это, конечно, будет в них тяжело ориентироваться. Вот. Мало того, если у кого-то СНИЛСа нету, например, у иностранных граждан, они будут фигурировать под номерами, которые им назначает вуз, тем самым анализировать списки разных вузов становится сложнее, особенно учитывая, что человек может подать на много направлений и во много вузов, получается, конечно, ситуация не такая прозрачная, как раньше. Будут ли отображаться в списках информация по документам, согласие, оригинал аттестата и так далее? Обязательно, обязательно. Коллеги, честно скажу, вот с момента, как только поменялась система, и мы стали принимать по ЕГЭ с 2009-2010 года, наши списки, по-моему, вот честно считаю, максимально комфортными. Они не такие сложные, замороченные, покрашенные в 25 цветов, как у некоторых наших конкурентов. Они понятные, они очень быстро обновляются, и там вся информация есть. Вот еще раз вопрос по направлениям. По направлениям, пожалуйста, около столов и в чате ВКонтакте можно задать все свои вопросы. Сейчас мы будем отвечать только на общие вопросы, касающиеся приема. Так. Почему-то спрашивают, есть ли бюджетные места на конструировании. Конечно, есть и немало. Ну вот. Можно ли подать заявление о зачислении без результатов ЕГЭ? Ну, мы в любом случае должны проверить ваши баллы. Бывают случаи, когда, например, человек на момент подачи заявления либо еще не получил какой-то результат, не пришел, там некоторые экзамены уже сдают ближе к приему. Ну, такое бывает. Тогда мы, в общем, еще, наверное, можем принять заявление, но все равно мы потом проверим балл ЕГЭ.
Либо, скажем так, человек получил чуть меньше, а потом на апелляции повысит. Ну, тоже бывает. Но все равно мы баллы, собственно, примем, поэтому без результатов ЕГЭ могут поступать только вот те категории, которые Александр Геннадьевич перечислил. Выпускники колледжей, иностранные граждане, лица с ограниченными возможностями здоровья. Особого смысла, конечно, подавать, пока вы не знаете ЕГЭ, ну, наверное, нет, да? Потому что все равно вы в конкурсных списках свою относительную позицию будете видеть только тогда, когда станут известны все результаты экзаменов, которые нужны на этом направлении. Вопрос, можно ли перейти на заочное обучение, примерно на втором-третьем курсе. Ну, заочное обучение у нас реализуется на направлении программная инженерия и прикладная информатика. Поэтому если вы на это направление имеете в виду, то да, можно. Но там обучение, вы должны понимать, платное, там бюджетных мест нет. Сколько платных мест будет по направлению такому-то и будет ли конкурс? Нет, коллеги, мы не ограничиваем платные места. Не ограничивали никогда и совершенно четко понимаем, что вот не приходит такое безумное количество студентов на контракт, чтобы мы с ними не справились. Поэтому... Кроме двух направлений. Информационная безопасность и биотехнические системы. Ну, и там тоже на эти направления платников не приходит столько, чтобы там был конкурс, в общем-то. Да. Ну, два направления, да. Немножко ограничиваем формально информационную безопасность, биомедицина. Друзья, напоминаю, что вы можете задать вопрос из зала. У нас стоят волонтеры. Если хотите задать вопрос, поднимите руку, к вам подойдет волонтер. В центре зала вопрос. Вы поднимаете руку, чтобы к вам уже волонтер подходил поближе. У меня вопрос по поводу проживания. Если общежитие не предоставляется иногородним абитуриентам, которые поступают с информатикой, то где они могут проживать иначе? Ну, я на этот вопрос, мне показалось, что начал отвечать. Вот сейчас мне сказать точно тяжело. Значит, первый вариант. Мы рассчитываем к 1 сентября запустить в эксплуатацию жилой корпус санатория «Энергия». Раз. Два. Мы ищем варианты либо продлить аренду в тех общежитиях, которые арендуем сейчас, либо арендовать новые общежития, но эта работа идет. Три. Значит, ребята часто снимают на двоих, на троих, на четверых квартиры, комнаты в Зеленограде, в окрестностях и так далее. И мы будем, собственно, этих ребят там знакомить, за ними присматривать, оказывать им содействие в том, чтобы вот это произошло. Вот. Ищем какие-то еще варианты, но пока вот три видим. Так. Просто на сайте указано, что есть где-то там 8 общежитий или 7. И тут сказали, что тут не может быть такого в студгородке. Я не знаю, что такое 8 общежитий или 7. Вот наш студгородок состоит из 5 корпусов. Да, он наш. Но, к сожалению, в нем мы не можем предоставить места тем, кто поступает вот без физики или химии. Сейчас у нас есть одно арендованное общежитие. Получится ли его продлить на следующий год, пока не знаем. Переговоры ведем. Ведем переговоры и по аренде других общежитий. Поэтому вот более точная информация к 1 июня сейчас. Вот все, что есть. Все. Еще вопросы есть, коллеги? Так, есть вопросы еще по льготам. В первом редорте. Пока, да, пока сейчас идут. Смотрите, есть ли льгота по потере кормильца? Ну, вот у нас есть льготы по квотам поступления для тех, кто сирота, полный сирота. Если потеря кормильца, то это при поступлении в лучшем случае преимущественное право при прочих равных, когда сработают все остальные как бы, критерии отбора, да, то есть оно практически не работает. Вот. А если полная сирота, то это поступление по квоте. У меня просьба в микрофон задавать вопросы, чтобы те, кто смотрит онлайн-трансляцию, тоже слышали, что спрашивают, и ответ. А суммируются ли баллы вот при достижениях? Например, есть значок ГТО и волонтерская деятельность. Конечно, вплоть до 10 баллов. То есть максимум вы можете набрать 10 баллов. Я здесь всегда как бы небольшую шутку вставляю. Да? 6 плюс 6 равно 10. 8 плюс 8 тоже равно 10. Больше 10 мы не сможем добавить. Это максимум. Спасибо. Да, пожалуйста. Будьте добры, ответьте, пожалуйста. Мы бы хотели с ребенком сейчас посмотреть, прослушать презентацию физика и электроника здесь в зале. Да. Потом... лекцию по подготовке ЕГЭ по физике. Угу. И по времени.
приемной комиссии консультации? Вот как-то как успеть это все? Вы это все можете успеть, потому что когда презентация здесь закончится, вы сможете спокойно пойти на лекцию по физике, а потом, когда закончится лекция по физике, приемная комиссия консультирует до самого конца. То есть мы здесь будем до 14:30, ну не здесь, а в библиотеке. И сразу на приемную комиссию к вам, да? Да, да. Да, я думаю, что до последнего абитуриента мы тут последний уходим. Мы постарались планировать так, чтобы вы все могли успеть. Спасибо. В центре зала сверху вопрос. По стоимости платного обучения. Ну, приказ висит на сайте, я сейчас просто на память боюсь. Порядок сумм там где-то в районе 120-130 тысяч в семестр. То есть где-то 240 в год. Приказ на следующий год выходит обычно в мае, то есть, но к 1 июня мы публикуем новый приказ на следующий год. Здравствуйте, у меня такой вопрос. У нас кадетский класс в школе, они сдают демонстрационные экзамены и получают документ. Им по окончании кадетского класса выдается от 5 до 8 баллов. При поступлении на военную кафедру это будет учитываться им баллы или нет? Ну, при поступлении на военную кафедру это не учитывается, потому что, в принципе, там на самом деле достаточно и так мест, да, для поступления на военную кафедру. Там главное пройти медосмотр и вовремя подать все документы. Вот. И если человек это все сделал и сдал нормативы при этом, то он спокойно зачисляется на военную кафедру. Это просто как бы не имеет, ну, точнее, это, конечно, хорошо, но это ему дает просто уверенность в своих силах. А насчет 5-8 баллов я что-то вот про 5-8 сомневался. Баллов, это что вы имеете в виду? Это им дается при поступлении в военный институт, военный университет. Понятно, да. Военный – это военный, да. Да, у нас гражданский университет. Тут каждый вуз сам устанавливает, за что он добавляет баллы за индивидуальные достижения и сколько. Вот наши, Александр. Ну, если у вас, да, ваши выпускники кадеты, они также могут поступить в военный учебный центр на подготовку по программе подготовки офицеров кадра. Я думаю, для них это очень хороший вариант. Но здесь надо тогда уже озаботиться этим уже, в принципе, в мае, да, получить направление в военкомате. У нас сегодня военный учебный центр представлен аж в трех точках в нашем главном корпусе. Внизу стол есть, и в библиотеке также они будут осуществлять рядом с приемной комиссией консультации по поводу поступления на программу подготовки офицеров кадра. Так что, если есть вопросы, можно туда обратиться. Коллеги, еще вопросы? Ну, тогда, наверное, мы переходим ко второй части, да, к презентациям направлений подготовки. Мы с вами не прощаемся. Если у кого-то будут вопросы, то в библиотеке, да, у нас приемная комиссия будет дежурить. Все, кто вот нацелены на технические направления, остаются здесь. И не спеша, с соблюдением дистанции масочного режима, если вы хотите послушать про другие направления, вот тогда перемещаемся. Спасибо.